Сегодня в Сочи молодые люди со всей страны продемонстрировали Владимиру Путину, как они сдают нормы обновленного ГТО. Выполнить спортивные нормативы, разработанные еще в Советском Союзе, смогли примерно 40% кандидатов. Президент считает, что физкультура должна стать модной, от этого выиграет вся страна. А те, кто сдаст спортивный зачет, обязательно получат преимущество. Репортаж Павла Зарубина. Внимание! Комплекс ГТО возрожден. В Сочи сегодня студенты со всей России сдавали студзачет по физкультуре. Его современный аналог. Скоро ГТО будет распространен повсеместно. Первыми экзамены сдают участники Ассоциации студенческих спортивных клубов. То, чем вы занимаетесь, это не какая-то второстепенная развлекушка. Чрезвычайно важная общегосударственная задача. По словам Путина, в современной острой международной конкуренции важен не только промышленный, интеллектуальный потенциал государства, но и спортивный. Формула «в здоровом теле, здоровый дух» – это и формула успеха страны. Вчера читал архивные материалы Министерства обороны, как проводились совещания после некоторых таких крупных военных конфликтов. И один из военачальников, 40-й год, представляете, пишет: к сожалению, наши солдаты неповоротливые, быстро выдыхаются и плохо подготовлены физически. Нужно немедленно развернуть массовые занятия физической культурой и спортом по всей стране. Но мне не хочется делать упор именно на такую военную составляющую, но и она важна. Но, безусловно, еще важнее. Безусловно, еще важнее это состояние здоровья нации. Потому с этого учебного года в России снова внедряется комплекс ГТО. Разработаны нормативы для всех возрастов от 6 до 70 лет и старше. Никакого принуждения, но поощрять за наличие знаков ГТО будут. Больше шансов на поступление в ВУЗ, повышенная стипендия. Работодатели также вправе стимулировать тех своих сотрудников, кто неравнодушен к спорту. Шапки красивые сделали. Не стирай. И сколько раз подтягиваешься? Я 50. Ну ладно. Я здесь так же, как и вы. Почетно. Наши люди. Спасибо. 50 подтягиваний – это, конечно, не для всех. Но многие не могут потянуться и 5. Чтобы сдать норматив на отлично, сегодня молодым людям достаточно было потянуться 13 раз, пробежать 100-метровку за 13 секунд, прыгнуть с места на расстояние в 2 метра 45 сантиметров и суметь совершить 40 рывков 16-килограммовой гири. Самое главное, чтобы это не было обязаловкой, понимаете? Самое главное, чтобы это людям захотелось, чтобы пришло понимание того, что это важно для каждого конкретного человека, для его здоровья, для его семьи, для его будущего, в том числе и профессионального, успешного будущего. Я очень рассчитываю как раз здесь на вашу помощь, что вы сделаете это модным трендом. Во многом сделать это уже удалось. По всей стране заработали студенческие спортивные клубы. Это не занятие по гимнастике в Институте физкультуры. Это классический университет и обычные студенты. Студенческие спортклубы сейчас действуют в 80 высших учебных заведениях России. В ближайшее время к ним присоединятся еще 120 университетов и институтов. Быть готовыми к труду и обороне в обязательном порядке, как раньше, сейчас никто не требует. Но студенты говорят, что хорошая физическая форма – это и правильно, и модно. Причем студенческие спортклубы – это не только бег, прыжки и подтягивания. Боулинг, скалолазание, лыжи – любые виды спорта, особенно актуальные для конкретного региона и конкретного вуза. 13 лет занимаюсь спортивной акробатикой. Сегодняшний пример из Сочи. Глядя на молодых спортсменов, на тренажеры забралось и старшее поколение. Посмотришь, как молодежь занимается, и хочется тоже взлететь и заниматься. В вузах обязательно должна быть инфраструктура и для занятий спортом студентов-инвалидов. Всю страну покорил настоящий подвиг паралимпийцев на играх в Сочи. На паралимпийских играх я завоевал золотую медаль, 2 серебряных, 2 бронзовых. О. Да. Сколько вам лет? 19. Вы представляете? 19 лет, парни. 19 лет. И, безусловно, если бы в высших учебных заведениях обратили на это внимание, то это было бы чрезвычайно важно и уверен, будет поддерживаться. Знаете, сделать какой-то
подъем для того, чтобы колясочники могли подняться не через ступеньки, прыгая, да, а рядом положить несколько досок, это же элементарная вещь. Об этом только надо подумать, озаботиться этим и сделать. Именно такими спортивными и образовательными достижениями сможет гордиться любой вуз, а не конкурировать друг с другом, кто придумает наиболее пафосное название для института. Сегодня, когда студенты, прежде чем задать вопрос, представлялись, какие только аббревиатуры не звучали. Как много вы записали там название университета? Ну-ка еще раз повторите. Санкт-Петербургский. Национальный. Национальный. Минерально-сырьевой. Минерально-сырьевой. Университет. Университет. Горный. Во, я только хотел сказать. Совсем недавно был просто горный университет, горный институт. Все его знали, значит, все его любили, знали, что это реально одна из самых главных кузниц кадра для таких отраслей, которые занимаются нефтью, газом, там, добычей минеральных ресурсов. Всем было все ясно? Нет, надо было добавить национальный, такой, рассекой, пятый, раздесятый. Чего в действительности стоят многочисленные университеты и академии с громкими названиями, в том числе покажет комплекс ГТО. Павел Зарубин, Андрей Мельников, Юрий Лебедев и Мария Зова. Вести, Сочи.